Вся Москва содрогнула, когда узнала о том, что же случилось несколько дней назад с нашей любимой всем известной российской певицей Азизой. Уважаемые поклонники нашего канала, для того, чтобы мотивировать нас делать для вас самые интересные новости, подпишитесь, пожалуйста, на наш канал и следите внимательно за нашими новостями. Российская певица Азиза в последнее время нигде не появляется, ее никто не видит. Только сегодня пришла к нам новость о том, где она сейчас находится и в каком состоянии. Оказывается, певица Азиза находится уже около месяца в Швейцарии в больнице в тяжелом состоянии. Ей делали пластическую операцию, но что-то пошло не так, и ее состояние очень сильно ухудшилось. Сейчас решается вопрос о перевозе ее в российскую клинику в Москву. Родственники отказываются что-либо нам сообщать, друзья и знакомые говорят, что ничего об этом не знают. Весь мир, друзья, надеется на то, что она выживет и с ней все будет хорошо. Страна рыдает и никак не может успокоиться, ведь для многих из нас эта певица – это просто легенда советской музыки. Друзья, будьте всегда с нами и до скорых встреч на нашем YouTube-канале.